Другим темам. Мы продолжаем следить за ходом 5 важных строек в Великом Новгороде. Сегодня очередь физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Вересова. Арина Аксенова продолжила наблюдение за объектом. Срок сдачи этого объекта – октябрь 2021 года. Правда, новгородские долгострои научили нас, что заглядывать так далеко вперед не стоит. Поэтому интересуемся ближайшими планами и отчетом за неделю. За последнюю неделю мы залили фундаментную балку и устанавливаем прогоны на крышу. Ну, также занимаемся ливневой канализацией, подводим коммуникации. По словам мастера участка Сергея Тюхова, сейчас все идет по графику, волноваться не о чем. И все-таки небольшое волнение испытывает соседка Сергея Юрьевича, заведующая детским садом на Вересово, который мы с вами инспектировали вчера. Работы по строительству ФОКа довольно шумные. Что же будет весной, когда малыши улягутся спать в тихий час? Я думаю, когда садик запустят, мы уже уйдем во внутренние работы. То есть мы основные монтажно-строительные закончим в этом году, так что шуметь мы не будем. А еще Сергей Тюхов рассказал, что проверки на объекте проходят чуть ли не каждый день. За ходом работ пристально наблюдают и Управление капитального строительства, и Министерство спорта. Ну и, конечно, журналисты. Впрочем, к нашему присутствию здесь уже привыкли и относятся спокойно. Так что на этот объект под наблюдением мы наведаемся снова через неделю. Я передаю эстафету своим коллегам и напоминаю, не повторяйте моих ошибок, не забудьте сапоги. Стройка все-таки дело грязное. Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.